Это Раймонд Паулс. Наверное, нет человека, который бы не был знаком с творчеством этого потрясающего мастера, композитора, мелодии которого поистине незабываемы. И с нами вновь Сергей Волчков. На сей раз он появится с другой прекрасной дамой. Это лауреат престижных международных конкурсов Ангелина Сергеева. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет, и эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась. Проснулась, и глаза свои открыла.